первый километр. Мы выживали как могли. Ну ты даешь, я тут сломал. Я думаю, там ничего не видно. Я сломал крепление для GoPro, поэтому фильм на сегодня отменяется. Макс поднимает седло. Лёша, вы знаете, что делает. Фух, тяжело. Хорошо, что не так жарко сегодня. Дождика нет. Скажи мне, не жарко. Да. Как ты себя чувствуешь? Да вспотел полностью весь уже. Жарко, капец. Да, кстати, подушусь хорошо тут. Второй привал. Проехали 115 с Киева. Что-то не еду вообще. 180 пульс. Такое. Вкусно покушать у нас не вышло. Нас не пустили с великами внутрь. Поэтому настроение никакое. Руся, расскажи, почем в Одессе рубеж. Мы взяли, написали отзыв. Не очень хороший. Попытка покушать номер два. Макс пошел спрашивать, можно ли оставить велики внутри. Леша, что ты думаешь о предыдущем месте? Я еще здесь ничего не писал. Если сейчас откажут, придется и тут написать. Вторая попытка удалась. Смотрите, как красиво мы припарковались. Справедливость, она есть все же. Да. О, хорошо. Понеслась, душа врать. Все, пилятини не оставляем. Оценил бы. А что это? Это, короче, невыполненная бутылка. У меня есть. Начался дождь, поэтому самое время спрятать телефоны и камеру, а то будет очень плохо. Вот. Осталось еще чуть-чуть, где-то 30 километров, и мы на месте. Выражаться можно? Можно. Я буду пикать. Я не знаю, как я повелся на это, ребята. Не ездить полтора месяца и, короче, это не серьезно. Это не серьезно. Мы приехали. Мы прибыли. 194 км. Ну, мы живы, но не здоровы. А завтра главное, еще 200. Это был рулит. Ну что ж, это закончилось. Это капец. Так. Мы сделали это. Да, мы сделали это. Что у нас здесь? Сводка. 202 километра. Ага, 5.42 в пути, 35.44 средняя. Леша, что ты делаешь? И... Велики мой. Зачем? Я задрот. Загар велосипедиста, вот он. Ох, ничего себе. Вид, конечно, здесь. Принимают нас как королей. Спасибо за это хозяину и хозяйке. Вот такой стол у нас. С корабля на бал. Всем доброе утро, 18 июня, мы еще в Лубнах, почти 9 утра, вот, выезд планируется в 9, мы отдохнули, немножко восстановились, но ноги болят после вчера, посмотрим, доедем ли мы до финиша сегодня. Сегодня тоже 200 километров, только в другую сторону, назад в Киев, домой.
проехали 110 километров, остановились чуток отдохнуть, потому что ветер, немножко мокро, здесь был дождь, но мы под него не попали, трасса мокрая. Вот, тяжеловато, конечно, но мы справляемся. У нас есть два дизеля, Лёша и Миша, а мы с Максом сегодня вторым номером отсиживаемся. Ездил в Борисполь, у Макса прокол, первый прокол за всю поездку, вот такая вот неудача.